Дело о вымирающей роще официально завершено. В Ивановском областном суде приняли решение о том, что часть земельного участка в Сухово-Дерябихском микрорайоне областного центра должна быть возвращена в госсобственность. Серию репортажей о вырубке рощи и планах по строительству на ее месте коттеджного поселка мы показывали летом прошлого года. На время резонансная история поутихла в СМИ, но бурные обсуждения проходили в надзорных ведомствах и администрации Ивановского района. С иском в суд вышла межрайонная природоохранная прокуратура. Было доказано, что менять категорию с земли запаса на малоэтажное строительство было нельзя, ровно как и продавать некоторые из участков. 7 из 33 фрагментов земли принадлежат лесопарковой зоне. Решается вопрос о новом иске. В Комитете по лесному хозяйству подсчитали, ущерб от уничтожения 160 берез составляет около 700 тысяч рублей. Теперь встает вопрос, кому этот иск предъявить. Собственник земельного участка имеет право распоряжаться произрастающими на этом земельном участке зелеными насаждениями, что в принципе было сделано. Данный факт неоднократно являлся предметом проверки органами предварительного расследования. В каждом случае было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку собственник организовал вырубку зеленых насаждений на законных основаниях. У него были правоустанавливающие документы. Другое дело, что орган местного самоуправления за рамками полномочий распорядился землями лесного фонда.